Обработку Надии. У нас сегодня рана чистая, мы сняли повязку. Рана у нас чистая. Сейчас промоем хлоргексидином все. Сейчас все промоем. Чи-чи-чи, девочка, это моя хорошая, ты моя умничка. Все. Да, моя солнышко, все. Да, деточка моя, маленький мой. Все хорошо, нормально. Все, тампончиком аккуратненько вытрем. Треугольничком его сделаем. Он туда-туда войдет. Вот. И все будет хорошо. Аккуратненько. Ты моя девочка. Она умница. Мы даже намордники не завязываем. Она очень терпеливая девочка. И очень умная девочка. Она хорошая у нас девочка. Вот сейчас мази туда нальем. И все будет. Да, мое солнышко. Да, моя деточка. Моя маленькая. Все. Мазь с СД-шкой. А СД с Лёмой. Коля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ловила его. Тихо, деточка. Все. Угу. А теперь прикладываю этот. И бинтиком. Все будет хорошо, малышка. Все, мое солнышко. Сейчас у нас будет все хорошо. У нас сейчас все хорошо, деточка. Нет. Вот эту штуку, где она? Одевай воротничок, да. Воротничок я оденем сейчас. Тихо, детка, придавливай аккуратно. Все. Вот так, придавила. Отлично, она будет держаться. И сильно вниз не опускай. Вот так, на ушках. Хорошо? Вот, отлично. Если нам будешь пошире сделать, как думаешь, может взять вторую и сделать под, типа ободочкой ей. Хотя вроде не должно. Вроде бы не должно, да? Ранка наверху. Девочка у нас хорошая, здесь держит. Это... Нет, не соскочит. Все, ты моя деточка моя. Руки пахнут, да? Все, с Надюшкой у нас... С Надейкой у нас лучше сегодня. Да, все, вчера было страшно. Вчера было очень страшно. А сегодня уже хорошо. Сегодня уже полегче. Завтра тоже поедем на прием к врачу, на всякий случай, чтобы врач нас все же посмотрел. Да, малышка? Ну, вроде бы все хорошо. Малышка кушает, носик у нас хороший, влажный. Да? Ты моя детка. Ты мое солнышко красивое. Мамина девочка. Да. Я тоже тебя люблю, девочка. Тоже мое солнышко. Ну, вот и все.